Володя, а как ты себе представляешь, что это будет за фильм? Фильм ужасов. Но если моя подруга увидит, да, она точно меня бросит. А она что, не знает? Она знает. Но она скажет, если кто-нибудь узнает, да, что я еще с таким человеком живу, то, говорит, что-нибудь произойдет. Она бывший милиционер. А я шпана. Я пошла. Приготовились? Начали? Вовк, ты там зайдешь или нет? Тебя на выход. Стоп, стоп. Еще разок. Дубль первый. Я иду. Все, начинается. Мать, надоел. Рассмеяли. Самая яркая звезда Голливуда. Такие веселые, такие радостные. Дубль второй. Давай там через мех поселок вертанем, да? Давай. Там отсюда и пойдем. Отсюда и пойдем. Садора. Садора? Садора, да. Потом. Это уже состоит на стрёме. Просто будем двигаться, а смотреть налево-направо. Здесь нет ничего. Ушла? Ушла домой? Если бы не ушла, пища. Да я не устаю. Добрый, потихоньку. Роса на траве. Завязана собачка, извините. Найда, Найда, Найда! Найда домой!
Найди домой! Ничего не страшно. Нет, я не буду этого делать. Я ее лучше туда. Она ласковая, открой, открой, снимай. Просто постарела собака, да, если замену нашли, отдали. И все дела. Вообще самая тяжелая работа – это работать с людьми. Всяко бывает. Ну, некоторые с понятием, некоторые без понятия, фанатики есть. Человек – это непредсказуемо. Да. Некоторые – молодцы, правильно делаете все. Некоторые, да, матерятся, иудами там обзывают, живодерами и все. Ну, эта профессия нужна, потому что без этого никак нельзя. И на дорогах давят, надо подбирать. Заявки обязательно забрать. Вот. Ну, люди звонят. А в первую очередь детские учреждения. Детсады, школы. Детей кусают. Жалко их. Я ни от кого не скрываю свою профессию. Соседи все знают. Да. Приходят. Да. Приди, забери. Все хорошо. А вот где живу, я там не работаю. Я уезжаю подальше. Город большой. И так же все делают. Зачем у соседей? Лучше у соседей быть в почете. Пиши, не крути, говорю. Я не кручу, господи. Что, ты спешишь, что ли? Да у тебя что-то идет, господи. Это повтору не подлежит.
Пойдет. Это же ручка. Сейчас я хорошо запишу. А Барбос мой тоже это, звезда Голливуда будет. Пойдет. Бабушка, это все ваши собаки? Да. Извините. Не, ничего. На бабушке штаны. Поехали. А кто отпускает? Поехали. Поехали, сказал. Поехали!
сначала. Я тоже люблю. Все, я расписался. Спасибо, Люба. Три бумажки всего. Давай выпьем. А кто же, Володя, как, говорит, будешь жить? Да, как-то надо жить. Сейчас поживи. То есть захлебнулся. 50% элементы. Двое стариков. Отец с матерью. Племянник на шее. И сейчас подруга с двумя детьми. А еще ж на водку надо. Еще что, ну еще что. Вот это, отпускают собак. Да. Грызут людей. Особенно, да, ну ладно, там кого-то где-то там погрызло взрослого, да, это бог с ним, да, это ерунда, да, это еще как-то более-менее. А если в детском саде детей, я вот, например, толком аж не могу, я обелею и зверею, да, я все беседки поломаю, из-под беседок повытащу. Просто, или вот, может потому, что я просто детей люблю. Хоть профессия у меня жестокая, да, но по натуре я ласковый. Особенно люблю птиц, цветы и женщин. А все остальное потом. Поедем, скажем. Внимание. Поехали. Thank you.
Тарас, убери камеру. Убери. Жулька? А, Жулька. Иди сюда. За покойником так не плачут, как бывает, плачут. За этого барбоса. Некоторые, да забери, пропади он пропадом за барбоса. По-разному. Я же говорю, человек, это очень трудно.